О праздниках в июне глава города Юрий Гришан рассказал во время брифинга для представителей средств массовой информации. На заседании Магаданской городской думы рассмотрели вопрос о присвоении звания почетный гражданин города Магадана полковнику в отставке, герою Советского Союза Владимиру Михайловичу Ашику. Сейчас ему 95 лет, он живет в Санкт-Петербурге. У нас в связи с этим пройдут торжественные мероприятия 23 июня на нашей галереи почетных граждан города Магадана будет торжественное мероприятие. Мы откроем еще одно памятное место в связи с этим. Это и мемориальная доска на улице Пушкина 7 будет открыта. Там проживал Владимир Михайлович Ашик. И я думаю, что следующим шагом, конечно, нужно будет, тут кто будет в командировке из моих заместителей или в отпуске, с тем, чтобы обязательно побывали дома и вручили памятную ленту и памятный знак почетного гражданина города Магадана. Также 22 июня в Магадане пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Традиционно возложат цветы к монументу «Узел памяти». В этот день откроют третий зал Музея боевой славы, где посетителям представят артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные студентами из Калужского поискового отряда. 23-го мы не забываем, что у нас день основания города Магадана. 91 год, в 29 году, 23 июня, первопроходцы высадили здесь, в районе бухты Нагаева. Поэтому будет мероприятие, мы будем возлагать цветы памятнику первопроходцам. И это для города очень знаковое событие. В воинских частях Магадана сейчас готовится к параду Победы. Решение о проведении мероприятий находится в полномочиях губернатора Магаданской области.